В Иванове установят не один, а сразу два памятника основателю Музея промышленности и искусства Дмитрию Бурыльну. К такому решению пришла комиссия, которая занимается подготовкой к празднованию столетнего юбилея музея. Средства на создание памятников готовы вложить меценаты. В основу монументов лягут фотографии. Один памятник высотой не более 1,5–2 метров будет изображать Бурыльна, сидящего на лавочке. Скульптурную композицию установят во дворе музея Сица. Место для еще одного монумента большего размера, где Бурыльн будет изображен в полный рост с тростью в руке, пока выбирают. Вариантов размещения памятника несколько. Эту тему планируется активно обсуждать. На следующей неделе будет рассматриваться этот вопрос на общественном совете при департаменте культуры и культурного наследия Ивановской области, а также на общественном совете при главе города Иваново. В частности, в четверг на следующей неделе будет небольшое совещание, на котором будут собираться известные скульпторы-архитекторы нашего города. И здесь уже будет прорабатываться художественное решение этого памятника.